пианино еще 4 года. И вот благодаря моему папе и маме я сейчас пою и сочиняю. Прекрасно. Хочу пригласить ансамбль «Медина», про который рассказывал Анвар Умарович очень много. Девочки у нас с 2006 года. Сейчас расскажу немножечко. Вот микрофон здесь надо разыскать под букетами цветов. Да? Один вот отсюда возьмем. Когда мы начинали этот проект «Медина», здесь вот в Татарском культурном центре и с фондом «Ихлас», сначала приходили девушки и женщины, которые просто хотели попить за чашкой чая. Но этот проект у нас превратился в такой замечательный, очень оригинальный, как Кобзон нас называет, мусульманский хор, потому что мы представляем российских мусульман в арабских странах, и действительно, вот, не дадут девочкам собрать, собираются полные залы. Сначала люди осторожно относятся к нам, а потом приходят, и вместо 2-3 концертов мы исполняем по 7, по 10 концертов. Наверное, благодаря репертуару, в котором мы исполняем салаваты и зикры, а тексты нам пишет также Назифа Каримова. Аллах Шикарин Сахаревична, я всегда вас упоминаю и говорю о том, что дай вам Всевышнего всего лучшего, потому что во всех направлениях нашего творчества вы нам помогаете. Рахмет Сизгян. А сейчас мы исполним наджат на русском языке, который называется «Бисмиллахи Рахмани Рахим». Кстати, мы исполняем его, нас часто приглашают на иудейские праздники, на православные христианские праздники. И мы объясняем, что каждый мусульманин начинает свое дело, любое дело со слов «Бисмилля».
он работает хазрятом соборной московской мечети. Наверняка мы выступали уже с ним здесь, у него прекрасные стихи. И на одно из его стихотворений, которое называется «Мольба», мы написали вот такое произведение. Мольба.